И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэтмакс, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем Гаррис Мод, карта у нас в FNAF 8. Кэтмакс, поздоровайся. Всем привет. Все хотели, чтобы я выполнял роль аниматроника, и я буду Кэтмакса пугать. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем. Кэтмакс, проверь, двери у тебя работают? Так. О, ну все, ребята, ночь начинается. В тумане постоим немножко. Так, давайте начнем потихонечку нападать с маленьких. Он меня не видит, он меня не видит. Блин, я уже хотел заходить. Ну, впусти меня, я добрый. Дай есть пирожки с капустой? Фредди, есть пирожки с капустой? Нет. Мне нравится, как ты головой машешь. А с картошкой? Блин. Нет. Ладно, ладно, я пошел. Нет у него пирожков. Хорошо, надо сделать так, чтобы он открыл двери. Так, надо что-то придумать. О, я вспомнил. Сейчас. Привет. У тебя нет соли? Нет, кончилось. А мне надо зайти кое-что там забрать на столе. Не знаю. Не пустишь? О, здорово. А ты не видел здесь охранника? Не. Не видел, да? Хорошо. Так, работает. А я с этой стороны могу на них нажимать? Не могу. Так, не хочешь, да? Вот кого тяжело обмануть. Это самый необманываемый аниматроник. Есть. Стой на месте, я сейчас приду. Смотри, я сзади, я сзади. Я спереди. И убегай сразу. А че ты убегаешь? Кэтмакс, ты когда увидишь ролик, где я, ты будешь так угорать. Мочу, мочу его, вот он, я сзади, я сзади. Я спереди. Я сбоку. Я везде. А я понял, где ты. Сейчас я тебя убью, смотри, прям в голову целюсь. А че ты отбегаешь? Смотри, где я. А, я горю. Ах ты жопа, горю. Помогите. О, перегорел. Кстати, хочу показать, разработчик улучшил карту. В тот раз, когда мы записывали, этого не было. Сейчас вам покажу, что разработчик добавил. Очень круто. Не знаю. Это одна из лучших пиццерий в данный момент считается для меня. Потому что, ну, если считать как разрушенная. Так, подождите, как туда попасть? Сейчас вам все покажу. Так. А давайте пролетим чуть-чуть, так будет быстрее. Во-во-во, сюда нам надо. А, граната! Во-во-во, вот здесь где-то выход. А где выход? Блин, да что мне не мать мочит? Короче, вот, смотрите. Здесь есть лес. Очень классный. А, вот, откуда можно было зайти и выйти. Круто. Идемте в лес прогуляемся. Так. Ребята, если вы хотите, чтобы мы здесь записали еще прятки с этим лесом, ставьте плюсик или пишите в комментариях, мы хотим. Здесь такие нычки можно сделать в лесу. На дереве где-нибудь на ветке засесть. А ну проверим, можно физически на ветках сидеть? О! Так, есть классная идея уже. Давайте пройдемся. Конечно, корни немножко выше, но это может оптимизацию делает. Тогда они не соприкасаются. Так, я слышу, Кэтмакс двери открыл. Я бегу со всей силы к нему. Так, полетим. Прям вентиляция куда-то. А, это ведет как раз к нему в офис. Так, Кэтмакс, все. Я сейчас буду тебя мочить. О, я могу доски ломать. Давайте доски все. Круто. Так, все. Пиццерия открывается. Я слышу, Кэтмакс себе что-то выдает. Так. О, и стекла.
Крушитель стекол. Так, сейчас мы его замочим. Да что ты гранаты набросал? Я не могу пройти. Ах ты вонючка. Так, ребята, надо как-то проскочить. У меня 560 жизней. Я не проскочу. Блин, он еще бомбы кидает. А кто это тут пролетел? Или мне показалось? Так, где ты? Вот ты за дверью. Ты обманул меня. Ух ты. Сам себя взорвал. Вот это охранник. Кэтвас, ты красава. Ай, я застрял. Ты меня что, бьешь чем-то? Отвали! У него РПГшка. Ух ты! 550 хп. Так, 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 он меня хочет убить. Блин, я не могу исчезнуть. Так нечестно. О, я вижу. Чуть-чуть. Говорит, Макс, ты что, РПГшка не умеешь пользоваться? Сам себя мочит. Ты, камикадзе, иди сюда. Я уже теперь не боюсь тебя. Вот теперь я злой. Я просто не знаю, РПГшка меня, наверное, не сможет убить с одного раза. Так что выходи, подлый трус. Сейчас я тебя встречу из-за угла. Так, где ты? Я иду к тебе в офис. Я обманул тебя, на самом деле я за спины побежал. Видишь, как ты побежал к офису, когда я сказал. Это была тактическая обманка. Так, ну что? Классно, теперь я буду главный в офисе. Закрываем двери. Все, сидим, охраняем. К нам теперь никто не пройдет. Ах ты жлоб. Ты что так делаешь, мне больно? Ты меня убил? Я позвал друга своего, иди сюда. Где ты? Ай, блин, я аж дергаюсь. Ты... Ах ты, вонючий читер. Сейчас еще раз, подожди. Я не согласен. Так, я знаю, кого можно взять. Если ты меня сейчас опять убьешь админского пистолета, я тебя тоже замочу. Ох! Ты смотри какой. У тебя что, проблемы? Хорошо. Ай! Ай-яй-яй! Есть! Замочил, замочил! А ты что думал, так просто? Нет, так не будет. Давай, выходи на улицу, я тебя жду. Так, 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 ребята, ждем, сейчас он будет идти. Делаем засаду. Эх, промахнулся, еще раз. Ха-ха, я за спиной бегал. Ха-ха-ха-ха. Видите, никто не может убить марионетку, потому что она самая хитрая. Ах, ты прилетел. Ах ты. Ты смотри, какой умный охранник оказался. Все, я позвал очень злую Скрэббэби. Она летит к тебе отомстить за подружку. Иди сюда. Не-не, я тебя на улице жду. Выбегай прямо на улицу сразу. Вот так вот. Ты меня обманул, а я тебя. Ай-яй-яй, сейчас попадешь. Вот-вот-вот, рядом, рядом, рядом. Ай-яй-яй, я за спиной бегаю. Не может попасть, не может, не может. Красавчик, красавчик. Смотри, где я, вот просто не стреляй, смотри, где я. Ядерную бомбу достал. Нет, только не ядерка. Я реально хотел его убить. И я, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!